В Кыргызстане правоохранительные органы признали, что напавшие на известного теолога Кадыра Маликова причастны к Исламскому государству. Оба нападавших пытались скрыться в Турции, вылетев оттуда из Казахстана. По прибытию турецкая сторона их арестовала. О том, что нападение было заранее подготовленным и заказным, можно судить по купленным преступниками заранее билетам в Турцию. Два гражданина Кыргызстана, 28 и 29 лет, в четверг напали на известного мусульманского улема Кадыра Маликова. Они нанесли ему ножевые ранения лица, после чего попытались скрыться в Турции. Еще двое их пособников задержаны в Бишкеке. В их домах изъято значительное количество литературы экстремистского содержания, холодное оружие и боеприпасы. Двое попытавшихся скрыться были объявлены в розыск по линии Интерпола. Их задержали в городе Газиантеп, всего в 40 километрах от сирийской границы. Кыргызстан попросил Турцию об экстрадиции подозреваемых. Спасибо за вопрос. Согласно международному договору, который был ратифицирован в 2009 году, у нас есть соглашение о международной уголовно-правовой помощи. Вот, используя данный документ, мы с коллегами осуществили полные эти мероприятия. То есть большие шансы, что они будут выданы сюда? Это вопрос, я хочу еще дополнить. В ночь с 28 на 29 была направлена группа из числа сотрудников МВД, которые нарочно отправили все наши материалы, соответствующие органы. Они, группа находится там же, также, которая контактирует с турецкими коллегами. И данный вопрос сейчас решается.